На конкурс дети читают стихи Чурилина Олеся, 12 лет, Алексей Лебедев. Взгляд в будущее. Пройдет война, мы встретимся, быть может. Как прежде дым синее будет плыть. Поговорим о том, что всех дороже. О родине, о славе, о любви. Как прежде ночь проникнет к переплету, а за бортом заплещется вода. Поговорим о родине, о флоте, о годах битвы, мужества, труда. Но если даже глубина нас примет, не настанет нашей встречи час. Друзья-бойцы, вкушая отдых дымный, поговорят о родине и о нас.